блести. Скорее возвести спасенья час для Руси. Опера «Иван Сусанин» в Большом театре идет давно. Многие великие артисты исполняли. И вот, когда стали возобновлять оперу, то поставили на роль Сусанина Пирогова Александра Степановича, Резина Марка Иосифовича, первачи так называемые, и меня. Вы слышите голос Максима Дормидонтовича Михайлова, записанный на пленку в конце его жизни, в 1970 году. Еще не раз в фильме прозвучит этот голос, а дополнит воспоминания Максима Дормидонтовича его коллеги, партнеры по сцене Большого театра, Бронислава Яковлевна Златогорова, Анатолий Иванович Арфенов, Иван Иванович Петров. Да. Замечательный. Да. Я, наверное, помню Максима Дормидонтовича раньше вас всех. Почему же? Очень просто. Я помню его с 1932 года. Ну, тогда извините. Его первые шаги по сцене Большого театра. Ну, а я помню его с 1928 года. Потому что я приехал в Москву в 1928 году. И стал петь в хоре, потому что была безработица, биржа труда. И я начал петь в церковном хоре, как пели многие певцы в то время. А нужно сказать, что хоры в то время – это было исключительное явление, потому что во главе хоров стояли знаменитые музыканты Данилин, Чесноков, Рютов. А ведь пелись-то произведения самых знаменитых старинных русских композиторов Бортнянского, Дегтярева, а иногда доходило и до более позднего поколения, до Рахманинова, Чайковского и так далее. И вот когда я пел в хоре, я услышал замечательный голос, невероятные силы, мощи, красоты, и спросил, да кто же это такой? Мне сказали, как ты не знаешь? Это известный протодиакон Максим Дормидонтович Михайлов, который служит в храме Василия Кесарийского на Тверской. А нужно сказать, что протодиакон это был не просто служащий в церкви, а человек, который исполнял с хором сольные партии. В Центральном государственном архиве литературы и искусства сохранился вот такой документ. Удостоверение. Приходский совет церкви Василия Кесарийского сим удостоверяет, что протодиакон Максим Михайлов действительно состоит на службе при Василии Кесарийском храме диаконом, получает жалование 200 рублей в месяц и никакими доходами от церкви не пользуется. Я Руси,
Это фрагмент из фильма Сергея Михайловича Эйзенштейна «Иван Грозный». В роли протодьякона Максим Дармидонтович Михайлов. И когда я слушал этот замечательный голос в церкви, невольно думал, как получилось, что этот голос, этот певец не в опере. Родился я в 1893 году в деревне Кольцовки, бывшей Казанской губернии. Семья у нас была большая. Бывало, за стол садилось 15 человек. Это 15 ртов. С каких лет я начал петь? Скажу вам, вы только не смейтесь. Начал я петь с самого раннего детства. Я считаю, что плач ребенка – это есть то же самое пение. Ведь когда ребенок плачет, то он развивает свои связки. В детстве я много плакал. И по причине, без всякой причины. Особенно летом, когда все взрослые уходили в поле на работу. А меня оставляли глуховатые соседки-старушки, которые, бывало, говорят: «Бабушка, Максимка плачет». А она: «Ну и что ж, пусть его орет, лодка будет шире». Вот видите, и уже педагог наметился по постановке голоса. А потом я лет 6 начал петь уже под гармошку и так. Учился я 2 года в своей деревне, а потом перешел в земскую школу за 2 километра от нашей деревни. В земской школе был хор со взрослым. Я пел тогда дисконтом и был даже солистом. Теперь хочу я вам сказать про того человека, который, собственно говоря, дал мне путевку в жизнь. Это учитель Константин Николаевич Поливанов. Большой любитель пения и знаток пения, слушал хор. И меня прослушал, потом пошел к моему отцу и говорит: «Хочешь, чтобы твой сын учился дальше? У него голос хороший». Отец, конечно, чуть не в ноги бросился от радости о том, что Максимку можно учить. Он говорит: «Я возьму ее к себе за 300 километров в свою школу». Так он и сделал. Взял он меня к себе. В школе он за мной следил особенно, как за своим. Старался меня развивать в смысле музыки. Пел я здесь до 16 лет тенором. А 16 лет, последний год моего учения, я запел басом. Белое.
После окончания школы мы с товарищем решили поехать в город Казань искать какую-нибудь работу. Приехали мы в Казань в первый раз в город. Нет не только родных, но и знакомых. Ночевать негде. И мы несколько ночей ночевали под мостом. Нам посоветовали идти в ночлежку. Ночлежка это называется, только ночевать. А днем выгоняли там, куда хочешь уходить. Дальше мы пошли на Волгу. Ну, грузчиком нас не взяли, помощниками. Потому что мы только помогали. И вот однажды мы тянули какую-то тяжелую вещь с баржи на берег. И вот там мы были. Подернем. Еще подернем. Вот я тут, видите, распелся, громче всех кричал. После этого грузчики говорят, что ты болтаешься здесь, иди в театр. А другой говорит, в театр-то не возьмут, а вот в церковный хор могут принять. Я по их совету решил пойти попробоваться. Вот вы, наверное, удивляетесь, почему я говорю о церковном пении. Вы представьте себе, что это тогдашнее время, единственное было место, где можно было как-то пение учиться. Это не теперешнее время, когда при каждой школе, при каждом клубе есть хор, и преподают, и поют. А тогда только можно было в деревне под гармошку или в церкви. В своей автобиографии Максим Дормидонтович напишет позднее. Обстоятельства сложились так, что я вынужден был посвятить свою жизнь культовому пению. 21 года я был посвящен во дьяконы, и начались годы службы в соборах Уфы, Вятки, Омска, Казани. Woo!
1923 году, пишет Михайлов, я переехал в Москву. Стал посещать театры, музеи, слушать выдающихся певцов. Мечта о светском пении не оставляла меня. В 1931 году произошло событие, которое переменило всю жизнь Максима Давидовича Михайлова. В храме, где он служил, пел, куда собирались и верующие, и просто любители послушать музыку, и хорошие духовные пения, прекрасные концерты, он заметил, что приходят все время какие-то два человека, которые с камертонами в руках слушают и проверяют его звучание. Как оказалось, что это были представители радиокомитета, которые пригласили его оставить работу в церкви и начать петь на радио. Ну, это очень сложный вопрос был для него, потому что он, во-первых, себя никогда не пробовал на светском таком пении и думал, сможет ли он, годится ли, как и прочее. Тогда ему устроили встречу с Анатолием Васильевичем Луначарским, который ему сказал, вы поете в церкви для нескольких сот человек, а мы хотим, чтобы вас слушал весь Советский Союз. А нужно сказать, что радиокомитет тогда, это было совсем не то радио, которое сейчас. Предположим, для того, чтобы записать певца на пластинку, варили 6 чанов воска. И вот на этом разогретом воске готовились какие-то, как-то записывались пластинки. Технически я этого объяснить не могу, но факт тот, что записи эти давались очень редко, и они были очень некачественные, несовершенные. А передачи были так называемые живые передачи. Вот начинается передача в 6 часов утра, значит уже кто-то в 6 часов 10 минут поет. Потом идет передача какого-то политического характера, в 7 часов следующий поет. И вот Максим Дармидонович, не имея, в общем, почти никакого репертуара светского, разучил две арии Зарастра из «Волшебной флейты» Моцарта и «Варяжского гостя» Римского-Корсакова и пел эти программы по 2-3 раза в день. Вообще-то я не собирался никуда уходить с радио, мне было хорошо. Я и учился, и работал там. Но вдруг я получаю письменное приглашение явиться в Большой театр на пробу. Я и обрадовался, и струсил. Многие товарищи мне говорили, вот какой Шаляпин. Боится, если его не примут, так это ему будет стыдно. А вот один наш товарищ 3 раза пробовался в Большой театр. Не приняли.
Вошел четвертый. Приняли его, правда, не в солисты, а в артисты хора. И он доволен до сих пор. Я решил пойти на пробу в Большой театр. Пришел. На сцене я никогда там не бывал. В зрительном зале я бывал как зритель, а на сцене не был. И мне самая сцена показалась такой большой, что хоть так Сибири проехать. Вот я подошел к роялю, где я должен петь, и вижу, в оркестровой яме полно оркестрантов. Оказывается, была репетиция, и они все остались послушать. И в зрительном зале были артисты. Первую вещь я запел арию Руслана. Когда я закончил, то раздались аплодисменты. Тогда заведующий труппой стал и говорит: товарищи, на пробе не разрешается аплодировать. Я пропел еще несколько вещей. И потом мне за что-то сказали спасибо. Вы свободны, я стремглав выскочил из театра и никому ничего не говорил. И не являлся, и не справлялся, принят я или не принят, несколько дней. Наконец, как-то в радиотеатре на лестнице встретил я грозу Большого театра, дирижера Голованова Николая Семеновича. Он мне говорит: вы что, ждете из Большого театра карету за вами? Вы приняты, вам и уже зарплата идет, а вы не являетесь. Он появился в театре в 1932 году. Я помню его первые маленькие роли. Зарецкий. Убитый. Мы все бегали слушать это. Да. Это подземный убит. Ну, потом Митюха, но это по вашей части. Да, ну, конечно, потому что Митюха прославляет всем, что надо спеть это: «А царевичу пропели вечную память». Это было просто какое-то глыба, вот знаете, как все в театре прямо раскрывали рты из-за одной только вот этой фразы. Ну, потом уже побольше роли, это Гремин. Ну, «Мороз в Снегурочке», «Князь Юрий в граде Китеже», «Князь Юрий благостный». И ему так подходила эта роль, и ему так верилось. Но вот одной из вершин репертуара всего Максима Дармидоновича, оперного репертуара, это «Хан Камчак». Внешне он был настолько органичен, дикий, с косицами, и какой-то такой кривоногий, могучий. Я вам небольшую историю расскажу. На партию Камчака назначили трех исполнителей. Среди них Василий Родионович, еще кто-то, я не помню, и Максим Дармидонович, третий. На рядовой оркестровой он не понравился Голованову. Голованов бросил палочку и снял его с партии. Очевидно, Максим Дармидонович работал и над дикцией, и работал над звуком, и над поведением Камчака. И когда, как водится в театре, два Камчака заболели, Максим Дармидонович пел генеральную, полный фурор. Зал аплодировал, и браво кричали, и вообще замечательно было. Я слушала его обычно после своего дуэта с Лемешевым, с Козловским. Но из-за кулис я не уходила. Это было настолько интересно, настолько выразительно. Здоров ли, князь? Что приуныл ты, гость мой?
задумался. Аль сеть прорвались, аль ястреб не злы, и с лету птицу не взбивают. Возьми моих и сеть крепко, и ястребы надежны. Да соколу в неволе не живется. Все пленником себя ты здесь считаешь, а разве ты живешь как пленник, а не гость мой? Ты ранен, ведь не прикаяли, и взял дружинный плен. Не годно по руки, а у меня ты год. Тебе пожалуй, над капканом, а моё каиму скуд. Сын с тобой, дружина тоже, ты капкан, где идёт, живёшь ты так, как я. Сознайся, разве пленники так живут? Так ли? А? Да, князь, все здесь, все хану здесь подвластно. Я грозою для всех был давно. Я храбрый, я смел, страха я не знаю. Все боятся меня, вся трепещет кругом. Но ты меня не боялся, пощады не просил, князь. Ах, не врагом бы твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось бы. Возьми коня любого, возьми любой шатер, возьми булат советный, меч деда, немало вражей крови, мечом я этим валил, не раз боя кровавый. Пленницу с моря дальнего чагу невольницу из-за Каспия. Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются. Очи черные, влагой подернуты, нежно и красно глядят из-под темных бровей. Что ж молчишь ты? Если хочешь, любую из них
Вот говорят, что после этой генеральной репетиции князя Игоря, когда Кончака впервые спел Максим Домидонович, к нему подошел Зимин. Это какой Зимин? Сергей Иванович Зимин, создатель знаменитой частной оперы «Зимина», которая существовала в том здании, где сейчас помещается театр оперетты, где был филиал Большого театра. И вот Зимин подошел к Максиму Домидоновичу и сказал: «Ну, батенька мой, я много слышал Кончаков в своей жизни, но такого не слыхал. И мое тебе предсказание, что ты будешь петь и не только Кончака, а ты будешь петь и много главных партий, в том числе Пимена и так далее». Вот насчет Пимена я хотела вспомнить. Я пела царевича Федора в «Борисе Годунове» и стояла за кулисами перед выходом. Это сцена смерти Бориса. Когда вышел Пимен и запел, я знаю могучий голос Максима Дармидонча, необъятный. И тут я услышала спокойное, красивое бельканто. Я повторяю и по-русски, и по-итальянски. Вот. Нужно сказать, что вы правы, когда говорите, что могучий, большой, огромный голос Михайлова не совсем подходил к партии Пимена. Ведь в Большой театр в то время приходили люди, не обязательно кончившие консерватории или музыкальные институты. Приходили люди по конкурсу, приходили люди, которые пропели всю жизнь и стали заслуженными народными артистами, не кончившие никаких высших учебных заведений. Но они проходили эту школу в самом Большом театре. Вот прийти в это колоссальное здание с 6 ярусами, научиться не только петь своим красивым голосом, который он пел и в классе педагога, но и хорошо произносить текст, чтобы до 6-го яруса долетело это слово. К сожалению, это не всегда сохраняется. Это очень трудно, в то же время нужно, необходимо. А это вот то, что из Максима Дармидоновича Михайлова, из такого громогласного протодиакона в Большом театре получился певец, который владел меццо-воче, пиано. И да. Пимен, кстати, он пел таким вот голосом, уже вышколенным, будем так говорить. Он
прекрасно пел Пимена тоже. Вы знаете, ведь вот он был партнером по моим, ну, по Борису Годунову. Но вместе с ним в очередь мы пели, ну, Варяжского гостя, Гремина, Сусанина. А тут он был партнером, причем прекрасным партнером. И вот я помню, ведь мы встречаемся только в последней сцене, в сцене смерти Бориса. И вот когда выходил Михайлов, и вот... Несмотря, опять-таки я повторяю, несмотря на свой мощный, широченный голос, и очень мягко, казалось бы, пел, смиренный инок дерзает дней спадать свой голос, но уже чувствовалось столько там уже обличения, вот в адрес Бориса столько уже яда в этих фразах, что невольно он заставлял меня сразу вздрогнуть и насторожиться. И весь этот свой рассказ он пел мягко, но он был мой страшный судья. Но мы имеем возможность это посмотреть в кино, потому что это ведь, правда, там Александр Степанович Пирогов поет. Да, там Александр Степанович поет. Бориса. Да. Но Пимен там, Михаил, запечатлен великолепно. Однажды вечерний час пришел ко мне пастух, уже маститый старец, и тайну мне чудесную поведал. Еще ребенком сказал он, я ослеп, и с той поры не знал ни дня, ни ночи. До старости раз в глубоком сне вдруг слышу детский голос. Зовет меня, так внятно зовет. Встань, дедушка, встань, иди ты в Углич-град. Зайди в собор Преображения, там помолись ты над моей могилкой. Знай, дедушка, Дмитрий, я царевич. Господь приял меня в лик ангелов своих, и я теперь на Руси великий чудотворец. Вот мы все время говорим о героических партиях Михайлова и совершенно забыли о том, что была такая опера, где совершенно по-другому раскрылись грани его дарования. Я говорю о «Черевичках» Чайковского, которые были поставлены в филиале Большого театра в 1940 году. Это было очень и интересно, и смешно, когда он выходил на сцену в этой, как, обманывающей, к этой обманывающей его Солохе и произносил... Неужели дала? Да. Да. Так вы знаете, ну, действительно, выходил такой громадный дядя, Чуб, и вроде любовную фразу в Солохе обращал, но только громовым голосом. Неужели ждала? Конечно, было очень смешно. Здорово! А что, небось, и не ждала меня? А зяб ты, мой миленький, почерка, рыбы. А я одна, одна весь вечер, все по тебе скучаю,
В 1940 году Михайлову было присвоено звание народного артиста Советского Союза. Впереди были новые партии в Большом, интересные гастрольные поездки, но все планы разрушила война. Михайлов был одним из первых, кто выехал с концертами на фронт. В воспоминаниях Максима Дормидонтовича о военной поре, записанных в простую ученическую тетрадь, перечислен постоянный состав их маленькой бригады. Это певица Елена Кругликова, чтец Лазарь Петрейков и солист оркестра Большого театра «Швец», который аккомпанировал им на баяне. Артиста ждали на всех фронтах сразу. Но успеть повсюду было невозможно. И тогда на помощь пришло кино. Максим Дормидонтович вместе с Иваном Семеновичем Козловским был участником всех киносборников «Концерт фронту». За реченькой я Батюшку,
родном. В той же тетради с фронтовыми воспоминаниями записан удивительный эпизод. Был случай, когда шофер, перевозивший артистов, пожаловался, что ему приходится только возить их. А послушать хоть раз так и не удалось, потому что шофер должен находиться в машине, а она далеко от места, где проходит концерт. «У меня мелькнула мысль, — пишет Максим Дормидонович, — спеть специально для бойца-шофера. Я вышел из машины, кругом дремучий лес, и я запел арию Сусанина. Конечно, без всякого сопровождения. Пел я с таким переживанием, что трудно передать, до чего я вошел в образ. В Большом театре шел Иван Сусанин с Михайловым в заглавной роли. Великий свят наш край родной, встает земля на подвиг твой, идут сыны. Открыт широко, за град святой мы все стоим. В Москву дороги нет чужим. Ты долго на полу будешь ворочить, ты с нашими саблями ты не знаком. Сейчас повинуйся нам, хочешь, не хочешь, и тут же на месте тебя мы убьем. Страха не страшу. Святую Русь. Эта большая партия Сусанина ко мне пришла нелегко. Первый спектакль пели Пирогов, Рейзин, Батурин. А потом поставили на тишу и меня. Я приготовился, загримировался. Только хотел одеваться, приходит заведующий оперной труппой и говорит: «Сегодня петь будете не вы, а другой, потому что приедет правительство». Я разгримировался и ушел домой. Можете себе представить мое состояние? Выходит, что художественное руководство не было уверено, что я могу петь в ответственных спектаклях. Переживала я эту историю очень тяжело. Но судьба есть судьба. Все-таки Сусанин мимо меня не прошел. Меня поставили на фишу, и я пел. И после первого спектакля я пел Сусанина почти один. И пропел я около 300 раз. Было две постановки Сусанина.
И в обоих я пела Ваню. Ближе всего мне был Максим Дормидонович. Как-то я с ним себя чувствовала удивительно уютно, тепло. Это был такой ласковый, чудный, спокойный отец. Бронислава Яковлевна, ведь я тоже ведь много пел спектакли Сусанина, и с вами ведь я пел. Да. Вы помните? Ну, конечно. Ну, вот что интересно. Знаете, я вот так вот анализирую и думаю. Ведь этот спектакль, эта партия Сусанина, написана Глинкой из расчета Петровского голоса. Был знаменитый бас Осип Афанасьевич Петров. Да. Но он был высокий бас, бас-баритон. Это для высокого баса партия-то написана. И вот меня всегда удивляло, как же легко справляется вот такой центральный большой голос, как у Максима Дормидоновича, с этой очень трудной партией. Ведь она трудна не только тесситурно, что там высокие ноты, очень много больших таких кусков, где нужно, ну, в дуэте с вами. Ой, да. Это какая высокая тесситура. И колоратуры. Да, в лесу. А кроме того, какая должна быть легкость? Нам стареть, вам цвести вешним. Это же нужно все так напевать. И как это он здорово делал. Для меня было трудно спеть вот на пиано и пианиссимо. Ты не кручись, нитятко мое. А это он пел вот таким голосом. Я просто был всегда изумлен. Для меня самая большая удача у Михайлова в Иване Сусанине была сцена прощания с дочерью, которая всегда шла под аплодисменты. Ну, а ты забыл, как ему аплодировали, когда он пел «Страха не боюсь, смерти не страшусь, лягу за Святую Русь». Ну, конечно, безусловно. Да? Ой, мальчики, ну не спорьте. И там, и тут ему аплодировали. Ну, ладно? Велят идти повиноваться надо. Не плачь, возлюбленное чадо, дай Бог тебе счастливой жить семьей. Путь мой далек, когда вернусь, не знаю. Сыграйте вашу свадьбу без меня. Желаю любимого Сусанина Михайлов пел не только на сцене Большого, но и в театрах других городов, у нас в стране и за рубежом. Знаменитая ария из четвертого акта исполнялась им в каждом концерте, а было этих концертов множество. Друзья подшучивали над Михайловым, не про него ли песня «Всю-то я вселенную проехал». «Не совсем», — отвечал Максим Дормидонтович. «Вот страну нашу я и вправду объехал почти всю».
Действительно, ни дождь, ни зной, ни метель, ни бездорожье не мешали народному артисту добираться даже до самых отдаленных сельских клубов. И пел он безотказно. На одном из таких концертов его вызывали без конца. Концертмейстер, видя, что он устал, а было ему в ту пору уже за 60, посоветовал: «Хватит, Максим Дармидонович, вы и так спели больше 20 вещей, поклонитесь и все». «Я не кланяться сюда приехал, петь надо», — сказал Михайлов и снова вышел на сцену. В начале 50-х годов поездки наших артистов за рубеж были редкостью. Вместе с Эмилем Гиллельсом, Зарой Долухановой и другими музыкантами Михайлов в числе первых советских артистов посетил Италию. После его концерта в театре «Феничи» в Венеции газета «Эль Прогрессо» писала: «Бас Михайлов является настоящим феноменом, так как он выступает в возрасте 60 лет, и это уже удивительно. Он замечательно исполняет даже высокие ноты, без того, чтобы чувствовалась его старость. Его голос еще полноценный в средних нотах, округленный и горячий в низких, и он управляет им, как опытный пилот. У этого певца очень интересная личность, большой театральный опыт и замечательная дикция». Весной 1951 года Большой театр праздновал свое 175-летие. От коллектива оперы с ответным словом выступил Михайлов. 175 лет тому назад простые и скромные люди, талантливые самородки русского народа, положили начало русскому национальному театру оперы и балета. Гений русского народа, его духовная красота и благородство, присущая ему музыкальность и неисчерпаемые богатства песни и танца нашли свое яркое выражение в
творчестве великих русских композиторов и артистов. Нет, не может быть такого положения, чтобы в искусстве один человек определял эпоху. Но значение Максима Дармидоновича Михайлова велико и доказательно именно в нашу эпоху. Но если бы спросили меня, что главное, ведь каждый человек неповторимый, я сказал бы одно. Есть люди, которые играют под народность. Есть люди, которые сами, выйдя из народа, стремятся взять все крепкое, сильное и умное от этого народа и дальше следовать. Пройти такую жизнь и остаться таким, каким он есть, это высокое качество. Если мы народ понимаем как звучание, которое является камертоном для всех поколений, то в этом плане Максим Дармидонович Михайлов является представителем этого народа. Последние годы своей жизни Максим Дармидонович был очень болен. И вот меня как-то встретил на улице Иван Семенович Козловский и говорит: «Ваня, ну что ж вы живете в одном доме с Михайловым и не можете навестить своего старшего товарища, а ведь он так болен». Ну, я пошел. И вот когда я пришел и увидел вместо вот такого богатыря, вместо этой глыбы, увидел усохшего старичка, да еще почти совсем слепого, мне сделалось не по себе. И я не мог найти никаких слов, чтобы утешить его, потому что эти слова были бы неправдой, и наверняка бы это он понял. И я не стал его утешать, но я все-таки стал его посещать. Вот где-то здесь фотографии. Вот фотография. Вот видите, правда, это единственная фотография, это из музея Большого театра. Видите, вот она отретуширована, видимо, для печати в газете. Ну, мы навестили Максима Дармидоновича, когда ему исполнилось 75 лет. Толя, посмотри. Да, вот, я вижу, да. Вот. Директор Чулаки. Да, я помню, да, это Дугин. Дугин, да, а вот здесь да, я, вот да, видишь, да, как, да. И Михайлов. В это время, Максим Дармидонович. Я помню, он сказал во время этого посещения, что... А я так еще хотел спеть Ивана Сусанина. Oh!